Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на обзор варкапа под номером 239. Карта стрейфовая от Раста 7, Раст 7, Нина 1. Не знаю, есть ли Нина 2, по-моему, нету. Но давайте ее посмотрим. В общем-то, основной момент здесь в том, что старт находится где-то вот здесь, да? Вот здесь вот находится старт. Следовательно, мы видим, что у нас очень много места, и мы можем сделать условный какой-то преджамп. Это первое. Преджамп нам нужен для того, чтобы... Он скорости особо больше не даст, но он изменяет нам спейсинг в определенную сторону. Возможно, мы в демках это увидим. Ну и давайте посмотрим ее. Сама карта без особых как бы роутов, ничего здесь такого нету. Просто Раст решил нам... так, кстати, дать возможность поснапиться. Давайте снапы также сразу включим. Просто накидал нам препятствий на дорогу. Ну, ничего такого как бы на карте особо нету. Естественно, для тех, кто эту карту задрачивал, на этой карте каждая мелочь важна. Но я ее не играл, поэтому... Как бы выделять на этой карте что-то такое прямо особенное я не могу. Конечно, можно было бы позвать Хокса и записать 5-часовой обзор, но я решил, что нет. В общем-то, естественно, основная здесь суть в том, что надо по самым узким траекториям всегда и везде пролетать. Пытаться сохранять максимум скорости и максимум добирать, используя самые эффективные снап-зоны. И в каждый поворот входить очень-очень узко, при этом отлично манипулируя снап-зонами. То есть не вот так вот, а именно вот так вот, чтобы поставить наиболее эффективный, наиболее хороший тайм. Такая вот карта. За минуту я ее просто тихонечко пропрыгал. Не знаю, что про нее сказать. Карта достаточно старая, но... В общем-то, давайте перейдем... Собственно, к демкам, потому что единственный из моментов из интересных — это будет джамп. Я думаю, мы от Хейста его увидим. Ну и давайте посмотрим. В общем-то, блять, опять меня пугаешь, синий, алё. Какой прыгает там. Вау. Поехали. 239. Очень много демок. Шаркосити! 36-1. Шарк. Йо, мэн, really glad to see you. Yeah, oh my god, it's stress, oh my god. Craig Asm, oh, oh, man. Oh, you're on frame, oh. What are you doing with my heart? Oh my god. Ну вот, смотрите. Рефлексер? Пробует выкупить 3D фраг. А, это так круто. Бум-бум-бум. Ну, кстати, очень-очень даже ничего прошел. As you can see, you have a demo name, like, as unnamed player. So you can go to defrag setup, demos, click on demos, and player name here, it's your demo name, you can write what you want. Rocket Gang, Snail Gang, what you want. Or maybe your nickname. Okay. Anyway, demo is pretty clean. YouTube 34.3. Перебил на 2 секундочки, конечно, он шарка, но ничего страшного. YouTube. Давно не виделись со всеми вами. Бум-бум-бум. Ой-ой-ой, заскимил! Он все заскимил, ребят. Это просто невероятно. Он заскимил все. Он заскимил абсолютно все. Ну, пады, пады, конечно. Я тут каждому, наверное, буду говорить, что надо играть пады. А Шарпу я не скажу, потому что он тортур-плеер. Он любит тортуры. Они все говорят, типа,
Они все играют тортуры, но когда их спрашиваешь, типа, ты любишь тортуры, что ли? Он такой, нет, я ненавижу тортуры, но они, блядь, все их играют. Я не знаю, в чем проблема. 17:33 ровно. Как мы видим, он для спейсинга себе начинал не самого, не сам, не от самой стены, как бы. Но вот здесь вроде бы стрейф пободрее. Да, неплохо, неплохо, нормально. Но здесь в ЭКУ-3 вся сложность будет в том, чтобы сочетать четкий стрейф с четкими граундфреймами. Самое сложное здесь это граундфреймы на поворотах, потому что бегать до стены это такое. Мизуски, милой, скаяли, ну, Никитка, Никитосик. Стараться лучше надо. Нормально. Сапожник на 2 секунды перебивает. Пошла, пошла жара. Но я не знаю, никому здесь за оригинальность не дам, потому что сама по себе карта такая, тут негде. Если только кто-то задом пройдет вдруг. Ой-ой-ой, как пролетел! Ой-ой-ой, как. Вот они 2 секунды. Ну и в целом стрейф, конечно, хорош. Ой, здесь. Вот здесь много потерял на этом повороте, надо было раньше поворачивать. Типа, я так понимаю, он рассчитывал врезаться в наклонную, но что-то пошло не так и. И Кутрилекс его перевел. Ха, на 700. Ох, ребят, сегодня же еще результаты 4-го раунда. Ой, 5-го точнее. В РРВЦ. Я что-то вспомнил, так волноваться начал. Ну вот Лекс врезался и за счет этого сохранил намного больше скорости. Еще и финиш у него чуть побыстрее, по-моему. Уборщица, пятерочка. 30 ровно. Что такое тайм у нас? 33 ровно. 30 ровно. Это что за читы такие новые? Приходите все обязательно, кто хочет посмотреть результаты, я стримить не буду. Все приходите на стрим Крэзиала. Ссылка есть в описании обзоров других РРВЦ. Также обязательно к ним в Дискорд вступайте, ребята, очень классно. Все ссылки в описании обзоров РРВЦ, ребят. Да, нормально, нормально. Не могу я что-то выделять. Как я могу это комментировать? Я могу только показать и, возможно, обратить на что-то внимание, когда я увижу что-то. Но я пока ничего не вижу. Я вижу, что просто ребята в силу своих возможностей прыгают. Естественно, всем надо, чтобы прыгать в силу своих возможностей более эффективно, нужно всем играть пады. Пады для, так скажем, для стрейфа это основное. Конечно, знать снапзоны тоже основное. Но изначально-то вам надо уметь манипулировать своей мышкой. Вот, кстати, финиш намного быстрее был. Знаете почему? Потому что он не врезался в стену, которая почти ничего не дает, а только срезает. Он просто сделал там граундфрейм. Ну да, там граундфрейм, по-моему, был. И просто повернул. Это намного быстрее. Далее. Булка-вилка-дилка.
кипиш. На 200 перебил. Ой, какой Circle, ну фу, ну кипиш, ну алло. 490, ты серьезно? Так странно, сервер тайм пишет 10 минут, а сверху тайм 5 минут. Читы где-то у кипиша, читы. Ну, стрейфи, кстати, хорошо. Граундфрейм, нет? Чтобы врезаться. А финиш? Тоже решил врезаться. Да, ну вот, да. Орлон, еще на 200. Ой-ой-ой-ой. You lose so many speed, man. So much speed. Okay, here is okay. And finish. Okay, finish. You just lose a speed on the on start. So sorry. Пашка. 20-22. У меня почему-то было ощущение, что мы уже ЦПМ смотрим. Это до сих пор в Q3. Но демок много, я не буду там что-то болтать много лишнего. Буду по делу, строго по делу, ребят. Вот, допустим, Пашке я бы прям порекомендовал. Ой, как порекомендовал бы Пашке пады поиграть. Ой, как рекомендовал бы Пашке-то пады. Ох, Пашка бы пады поиграл, всех бы победил. Ох, Пашка. Вот поиграл бы пады. Он бы прям, вот мне кажется, прям нормально был. На 500 шелест из Казахстана, якобы шелест. Я не знаю, по прошлому обзору я могу судить, что это Кевнекс. Сервер Ке. Типа, он... может быть, он отправляет по говнодемке, типа... с новым аккаунтом. Ну, по ISOR было точно видно, что это не новичок. Может, это друг Кенекса с его конфигом, я не знаю. Казахстанский друг. Финиш хороший, относительно. Не знаю, не одобряю, не одобряю эти дела. Лунтик на соточку перебил. Потому что, почему? Потому что Лунтик красава. И тут вы спросите, а где музыка? А я скажу, хуё знает чё. Вот, кстати, стрейф Лунтика, вот что-что, а стрейф Лунтика очень хорош. Он уже тупо руку себе набил, и вот здесь граундфрейм, ой, ну надо было граундфрейм делать. Ладно, нормально, нормальный финиш, хорош. А, на 800 торнов перебил, рядом с рекрутом стал, даже рекрут отправил, ух, все старички всплыли. Вот поставили говнокарту на варка, все всплыли. Типа, ставим БДМ-02 закол. Отличная олдскульная карта, просто легендарная карта. Нахуй никто не играет. Ставим говнострейф, в котором даже роутов нету. Все ноют, что карта говно. Извините за слишком большое количество слова говно. Но других слов нету. Хорошо, очень хорошо, очень чисто про стрейф. Ставим говнострейф без роутов. Без всего даже, блядь, без преджампа, по сути. Вообще ничего на карте нет. Все играют. В чем ваша беда, ребят? Почему вы не играете нормальные карты, а играете вот это? Я теперь лично, я говорил уже на стримах и где-то говорил, я теперь лично буду ставить на варкап каждую карту. Лично. Я буду сам отбирать. До этого там как-то, ну, больше нос этим занимался. Я решил, что я теперь сам буду отбирать. Вы у меня будете страдать. Очень хорошо прошел финиш, правда. Медленно получился, а так очень быстро. Ну, как мы видим, типа, быстро, конечно, очень быстро, но...
такие дела, кстати, да, вот, что интересно. Нюк перебил рекрута на 300. И рекрут что делает? Потому что его перевели на 300. Ничего, сидит на предыдущем относительно Нюка месте. Все верно. Очень хорошая траектория здесь. Ой, очень быстро здесь. Очень хорошо. Да, очень хорошо. Будто в клубе, да, сидим, ребят. Нормально, давай, финиш опять же медленно. Прокипоп! Прокипоп! Все, прокипопа, ванденды, бля, вербуем. Вы посмотрите, что творит этот парень. Прошлый варкап относительно этого. Он зарулил в обе физики. Он просто, он решил, взял и выиграл, все. Я, говорит, мужик сказал, мужик сделал. Сказал, выиграю, значит, выиграю. И здесь он занимает, так как стрейф, как бы, плюс здесь еще и конкуренции сколько, да, демок? Относительно конкуренции, относительно количества демок, у Прокипопа очень хороший тайм здесь. Еще и финиш хорошо получился, еще и лиду на сервере поставил. Ну что за умничка такой? Четвертое место. Кет, третье место. Очень жаль, Кет не дожал. Возможно, не хватило времени. Возможно, где-то с роутом ошибся. Но здесь вот уже начинаются типа роуты. Здесь уже начинается brain damage, что говорится, что называется, да. Очень быстро. Ну это Кет, тут по-другому быть не могло, естественно. Будут ли граундфреймы? Здесь точно нет. Ну здесь, по-моему, и не должно быть, да? У Хейста там вроде что-то интересное, я слышал. Да, и финиш хороший. Но да, то есть вот здесь, на вот этом уровне, уже начинаются роуты. Скорее не то, что роуты, а типа выжимание максимум из роута. Давайте посмотрим. 300, как бы 300 в чистом ли стрейфе вот эти 300 от Икаруса. Второе место, кстати. Поздравляю тебя, Икарус. Север М87. Да, это класс, это класс. Типа ты такой. А ты черная дыра в этой галактике или нет? Ой, мог заскимить. Да, здесь намного больше скорости он сохраняет. Да, нормально. Финиш, правда, медленноватый. Два фрейма, всего два фрейма Хейста джалу Икаруса, а Икарус ведь мог перебить Хейста, представляете? Если бы где-то чуть лучше подстрейфил. Давайте посмотрим за Хейст. Ну, Хейст видно, да, более технично. Он знает, что он делает. Он знает, что кого чувствует. Все мелочевки вот эти, где в какую сторону чуть больше подстрейфить, чтобы получить по итогу больше скорости. Ну так прямо не скажешь, но у Хейста, где-то Икарус писал, что у Хейста типа там первый чек чуть ли не плюс 100, но в итоге они почти выровнялись под конец, поэтому такое. ЦП, Пашка, 27.5. Ох, вот Пашка бы пады поиграть, да? Димон, что думаешь, вот Пашки бы пады, да? Вот прям даже звучит так, да, первые две буквы одинаково. Пашка, пады, это прям вот... Они как будто созданы друг для друга, вот поиграть бы пады ему. Блин, а что если он пады поиграет? Так, офигеть, это будет, конечно, жестко. На 2 секунды почти перебивает. Утрилекс. Сделаю потише. Ну нормально, нормально. Почти в Q3, конечно, демка.
Ну, нормально, нормально. Хорошо, проконтролил. Барин, 25-1. Барин, красава. Все, у меня кончился кофе, ребят. А это значит... ничего. О, я такой, только хочу сказать, вот это демка, вот это классная демка, и он такой, бам, врезается, бля, в стену на финише, ну, 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 что такое, неужели нельзя перепройти, как-то вот это, ну, ну, как-то вот так вот, а, 24-9, YouTube, ну, такой фейл жесткий, он типа такой, ха, смотри, как я умею, но я, типа, не буду никого обгонять, типа, я там пришлю медленную демку, специально врежусь на финише, чтобы ребята могли меня обогнать, мотивирую их. Да, такой план был. Не пизди. Вы это слышите? Кто-то ребенок плачет на улице. Я думал, из-за меня. Это... я барина просто раскусил, это барин плачет там, слышит. А, нормально, 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 Питу прошел. Плейт на секунду из Намальска. Просто секунда, плейт. Плейт, секунда. Это даже слова на коренные, если что. О, вот если бы плейду поиграть, пады как Пашки. Ууу, что будет? Я подозреваю, просто плейт более чистенько, более ровно прошел. Поворачивал через кнопку вперед, наверное, да, везде. Не стоит забывать, что у нас есть кнопки еще left и right. Типа, не, ну, только не стрелочки, блядь, если нажимать надо. AD, или у кого там что, кто как по-извращенски играет, кто-то может на Ctrl, блядь, влево поворачивает и на цифру 6 вправо. Кстати, интересный сетап, да? На W вперед, Ctrl и 6, типа... такой прям нормально, но всю клаву, ебать, лапищу свою раскидал. Нормально прошел плейт. Если бы поворачивал на боковые, на стрейфа, то был бы тайм гораздо лучше, поэтому... такое, сапожник. Да, вот хорошо пошел. Тоже просто чистенько прошел, никуда не торопиться. Просто аккуратненько набрать там, грубо говоря, начальную скорость и потом просто входить в поворотики, и все будет хорошо. 17-23. Тоже он начинал не с... не с края как бы стены, не от стены, а просто чуть-чуть ближе к старту. В плане ЦПМ я не знаю, чем это обусловлено, но, видимо... так было для спейсинга нужно. Ну вот и просто тихонечко поворачиваем. Получаем отличные таймы. 720. Раша. Почему Раша? Почему 720 Раша? Если 720 это не Раша, это Канада, по-моему. Или это разные люди в рефлексии здесь? Зацепил столбик, очень много потерял на этом, кстати. Ну и пады, конечно, тоже. Пады, конечно, тоже желательно бы поиграть. Вот и здесь, типа, казалось бы, да, вот для кого-то, возможно, спорный вопрос. Если я поворачиваю, если я нахожусь ближе к финишу и потом к нему поворачиваю, это быстрее. Но нужно учитывать, что траектория тоже очень решает, сохранение скорости особенно тоже очень решает. Поэтому если вы в данном случае, если вы идете и поворачиваете, пойдете как бы чуть шире, но поворачиваете, сохраняя больше скорости, в этом случае, если эти две дорожки уже и шире не находятся в километре друг от друга, в этом случае, естественно, нужно взять чуть-чуть шире, чтобы повернуть и сохранить больше скорости.
Так, Дукач пока что неплохо. Я не знаю, с Бодуна что ли играет. Север тайм 2 минуты. Как-то дергано, Дукач. Не похоже на тебя, не похоже. Но прострейфил неплохо. Нюка 22.6. О, там потом Шаркости. Шарквосити. Братан. А вот Нюка бы пады, да, поиграть? Хотя, ну, эти люди наверняка просто for fun играют, поэтому я не думаю, что они хотят улучшать как-то свой стрейф. Но вот в этом случае, допустим, у него был спейсинг под то, чтобы заскимить последний угол и повернуть. Тем не менее, он все равно немножко на этом потерял, потому что повернул... Ну, во-первых, если прямо ударяться в детали, то... А почему здесь Шаркости, а там Демонейн? Он потом изменил, видимо, да? Ну, в общем, если прямо вдаваться в детали, то сам ским отнимает у вас несколько фреймов. И плюс он еще повернул так, что мышку типа дернул, потерял скорость. Типа не факт, что было бы медленнее, чуть шире взять, набирая при этом еще скорость дополнительно и повернуть. Ой, опять Нюка запустил. То есть тут надо, в этом случае уже надо тестить, уже надо смотреть, уже надо пробовать. Возможно, как-то с сейф-позами там, да? Плюс форвард. Yeah? Шарк. Really nice strafe. Actually, it's pretty clean strafe. Just still a name player. Yeah, I don't know why. I know. No. Okay, here you have your name, but in name, you need to have your name. Okay. Шелест из Казахстана. Сервер Киа. Меня это смущает прямо жестко. Мы можем, конечно, провести расследование и сравнить movement style, так сказать, Шелеста с Кианексом. Ну либо пусть нам KNX, либо мне напиши, либо пусть Шелест напишет. Либо вы оба напишите одинаковую мне. Ой, на финише очень много потерял. Из-за того, что срезал. Мышка, так сказать, сошла с верного пути. Волканоид, привет. Ну, кнопкой вперед, конечно, это, конечно, очень круто, но, блин, просто смотри, ты уже достаточно опытный. Ты ставишь уже хороший средний тайм. И я тебе настоятельно рекомендую, чтобы не остановиться в развитии, проводить работу над ошибками сейчас же, просто вот, right now. И... начинать поворачивать на боковые стрейфы. Просто берешь любые стрейф-карты, берешь там Pornstar, работаешь подряд, там Pornstar Quickie, да, всю серию взял и пошел, и везде пытайся боковыми стрейфами поворачивать. Это даст тебе огромный плюс, потому что стрейфишь ты очень хорошо. Вилка, вилка, дулка, дилка. Я забыл смотреть на прыжок у ребят. Возможно, у кого-то еще с прыжком проблемы.
Ну, допустим, ну, вот Булка вроде как старается, как будто бы иногда, нажимать прыжок именно в момент приземления. Но иногда такое ощущение, что нет, что не старается. В общем, за прыжком тоже, ребят, следите, я об этом не раз говорил. Прыжок — это тоже очень важная вещь. Дед Мазай. И даже если бы у меня была возможность, я бы вам показал, взять вот, допустим, демку вот эту Булки, да, с таким прыжком, и перезаписать ее же с прыжком более кратковременным. Очень хорошая демка, дед, красавчик. С более кратковременным прыжком, с теми же, как бы, всеми показателями, да, но с кратковременным прыжком. У него бы по итогу тайм был, ну, на 300, может, быстрее. Типа, это очень влияет. А то и больше, чем на 300. Попадает, пытается в зоны, Лунтик, красавчик, давай, только не кнопкой вперед, блядь! Ножом прям по сердцу, ааа! Зачем кнопкой вперед? Лунтик, ну что за дела, блин, так классно стрейм, как барин себя ведет. Так, хардкор. Так, пока что стрейф очень хорош. Смотри, я, говорит, подровнял себя боковым стрейфом. Смотри, смотри, я, говорит, смотри, я умею боковым. Подровнялся на... ну, на незначительном, грубо говоря, участке, да, подровнялся боковым стрейфом. И на самом главном, на одном из главных поворотов, поворачивает чесновку вперед. Ну что за это, че? Издеваетесь надо мной? Вы хотите, чтобы Вуди тут уже от инфаркта слег, что ли? Take Five, привет. Рад тебя видеть снова в строю, братан. Поцелай еще. Я буду всегда помнить, и вам всем советую всегда помнить замечательную цитату Take Five. Вот. Пусть не поднабрал, но зато максимум сохранил. Вот. Вот. Вот, хардкор, смотри-ка, ну-ка. 300, вот. Рокки-поп. Все таки, а, что за цитата, Вуди, заебал от темы к теме. Ну, цитата, что рефраг — это единственное место, где девушка рада, что ты быстрый. Будум, типа. Это было очень смешно. Это и до сих пор смешно. Просто я уже не смеюсь. Очень хорошо поворачивает. Ну вот он прокипоп здесь выиграл только потому, что поднабирал больше скорости. Более техничный, так скажем. И перебил немножко. Take Five. Кипиш 21-0. Динозаврик. Ну, потерял там, конечно, скорости. За счет финиша, наверное, в основном вытянул. Но нормально, нормально. И вот прошу обратить внимание сразу. Во-первых, у нас очень много в 19 секунд. И ни одной демки за 20 секунд. Очень интересно. Эйсик, привет. Опа, тайм скилл репортед. Ну все, это пизда. Асыт. Асыт. Очень классно стрейфит. Вы посмотрите, 1600 на этом повороте. Еще поднабрал, 1700. Ну, пришлось, конечно, потерять, чтобы войти в поворот. Но мог бы чуть раньше поворачивать и не потерять. Да, там можно было. Очень плотненько. Очень хорошо прошел Шарлон. На 50 буквально перебил. Совсем-совсем чуть-чуть.
1600 на повороте. Как финиш пройдет? Не поднабирал, но более чисто вроде финиш зашел, но а может и нет. Типа, блин, я не знаю. Как-то спорно у них, очень спорные какие-то демки. Зеквен на 300 перебил. Очень хорошо стрейфит. Очень хорошо в поворот зашел. О, красавчик. Просто красава. Красава. Зорн. Вот заметьте, кстати, вот, конечно, Зорн, возможно, где-то просто получше поснапил, да? Скорее всего, так и есть. Но вот основная разница, типа, ZQN и Haste. Первое место, да, там 700 у них разница. 700 это джамп, это ровно джамп. То есть где-то, учитывая даже, что вот Зорн, он хуже, по идее, прострейфил карту, но он почему-то быстрее на фрейм. Торнер 552. Получается, что Хейст где-то этот джамп наковырял где-то по своему прохождению. Вот Торнер на прошлый воркап на ISOR отправил говнодемку. Теперь здесь потеть пришлось, да? Потерял рейтинга-то. Ну повернул, но финиш не очень быстрый, финиш можно было еще быстрее. Монтёр 19.4. Ну, 1600 здесь. Финиш получился хороший, а типа на том повороте 1600, типа 1700 у Закиена было. И Карус перебил чуть-чуть монтера, молодец. Пока что не уволим тебя. Напоминаю тем, кто не знает, что Икарус на испытательном сроке в андедах. Если он будет себя плохо вести, мы его кикнем. Очень хорошо прошел, очень хорошо. Каждый поворот очень узко. Из Казахстана его перевел Етузоту. Не знаю, кто. Из Казахстана. Ну это, наверное, СПМ? Нет, СПМ не так стрейфит, ты че. Шпеков ПС. Ну какой? Где-то золото. А, very sorry, ёпта. Ну, ёп, чё за ник, ёпта? Вообще непонятно. Почему 7 это вдруг R стало? Ну, эти тинейджеры себе придумывают, как всегда. Тутти фрути! 19.2, третье место. Красава, красава. Димон! Красавчик. Тай. Давай, Димон. Старт очень хорош. Очень хорош. Ой, там это просрал, да? Видел, видел? Ну ты знаешь, ты знаешь. Ой, финиш такой, ну финиш зачем? Зачем такой финиш? Димон! Ладно. Ну тут разница по сотке, да? Топ-3 делит вообще по сотке. Это очень четко. Хокс. Comeback is real or not. Вот это все. Второе место. А у Димона начало быстрее. Третий прыжок больше на сколько? 7.
А в итоге Хокс за счет того, что здесь хорошо поднабрал и повернул под чуть лучше, перебил Димона. Хейст первое место. Австралия. Риджумп. С измененным спейсингом. И что мы видим? И то, вот это, вот, я не знаю, мне показалось, возможно, но как будто бы еще быстрее надо, типа, как-то медленно, что я прошел. Ну, не то, что прям медленно, но у меня были ощущения, что нужно чуть-чуть вот быстрее, где-то он поднасрал сам себе. Ладно, давайте посмотрим. Результаты очень много у нас, точнее, немного. Ну, демок много, да, 31, 21, 52 демки. Получил минус 1 монтёр за то, что спиздил дорожку Зеквена. Зеквен минус 9 за то, что спиздил дорожку монтёра. Я не знаю, как у них там в FPS это все происходит. Рекорд минус 10. Ну да, тут уж... Ну, такая карта, что она слишком нетехничная, тупо на стрейфа-дроч, поэтому... Те, кто техничен в целом, типа вот как рекрут, да, кет, к примеру, те, кто вот так техничен, они... типа на таких картах просто как бы спидгейновых, что ли, где надо тупо на скорость дрочить, они, конечно, немножко подотсасывают, мягко говоря, потому что решает тут, конечно, больше дрочь, именно дрочь. И Хейс, кстати, ЦПМ ровно 100 получает. Что там у него, кстати, жесткий. Едет он по 100 везде получает. Здесь еще 200 рейтинга себе. Жесть, конечно. Давайте посмотрим шелест. С Айсор. Этот новый. Не знаю. Ну ладно. В общем-то, на этом все. Всем большое спасибо. Напоминаю всем, кто, если хочет кто-то поддержать деятельность канала, мою и так далее, можете поддержать одноразовым донатом, либо подписаться на Патреоне. Будет очень приятно. И всем спасибо. Всем удачи, всем пока.